Еще раз всем привет. Сегодня у нас обзор пауэрбанка от компании Xiaomi, точнее от дочерней компании Xiaomi ZMI на 20 тысяч миллиампер баночка. И чем она отличается от предшественника, обязательно сегодня разберем все подробности и фишки. Поощряю до конца вас посмотреть это видео, потому что в конце видео вас ждет сюрприз. Итак, давайте начнем. Как я уже отметил, это банка на 2000 мАч. Вот такая коробочка. Достаем внутри сам пауэрбанк и проводок для зарядки. О нем мы поговорим еще немножечко попозже. Здесь есть разные уровни зарядки, в том числе Quick Charge 3.0, ну и различные другие уровни зарядки, которые обозначены на коробке. Допустим, Redmi Note 7 заряжает он приблизительно за час 40 минут плюс-минус. Итак, давайте сравним два этих пауэрбанка, ZMI, то есть новая версия, и Mi, это старая версия. Обратите внимание, они абсолютно почти что одинаковые, похожи вот с этой стороны, но есть некоторые отличия. Начнем с ZMI, то есть два выхода USB. Также есть USB-C порт и micro-USB, то есть два выхода и два входа, входы USB-C и micro-USB. На правой грани кнопка, которую можно активировать пауэрбанк и посмотреть уровень заряда и все такое. Предыдущий Powerbank компании Xiaomi тоже два выхода USB и вход microUSB. Отличие нового Powerbank то, что у него есть вход USB-C, то есть вы можете заряжать как при помощи microUSB, так же USB-C и так далее. То есть это, мне кажется, очень хорошее преимущество по отношению к прошлому Powerbank. Но, друзья, самая главная фишка нового Powerbank для меня так это экран. Экран здесь сделан вот таким образом. Точки показывают уровень заряда. Также вы видите графику, как Powerbank заряжается, то есть стрелочка идет вниз, а это говорит о том, что Powerbank заряжается. И если вы заряжаете телефон от Powerbank, то стрелочка в другую сторону. И, друзья, за это реально лайки и респектос, потому что это очень удобно. В предыдущем Powerbank, наверное, самое сложное и самое неприятное. То есть была небольшая совсем индикация, но вот такого минимум экранчика вообще не хватало. То есть на этом экранчике вся необходимая информация, которая нужна. И это, наверное, самое большое преимущество. Это очень-очень удобная фишка. Ну и второй плюс этого Powerbank, наверное, один из самых тоже интересных. Он очень простой, это шнур в комплекте. Смотрите, каким он образом разъединяется. То есть на одном конце USB, на другом microUSB плюс USB Type-C. То есть в одном шнуре сразу два шнурика. И вы можете подзаряжать и microUSB, USB Type-C и так далее. То есть разные комбинации использовать. Это очень удобно и это реально очень экономит время. Взяли себе в дорогу, с собой, там, но в отпуск и так далее, один шнур. И, в принципе, им можете заряжать все, что вам, друзья, угодно. Это реально удобная фишка. Но сейчас перейдем к практике, да, каким образом он заряжает и сколько гаджетов он может зарядить. Первый телефон, который я заряжал, это Redmi Note 5A. У него банка на 3000 мАч, и посадил он Powerbank на 28%, осталось 72%, зарядил полностью. Следующий телефон Redmi Note 7 на 4000 мАч батареи, и он посадил его до 46%. И зарядил его приблизительно за час 40. Следующий я заряжал сразу же два телефона от двух USB. Это был Redmi 7 и Techno S11. У первого банка на 4000 мАч, у второго на 3500 мАч. Так вот, эти телефоны зарядились на 97% оба телефона. То есть делаем мы вывод, что можно 4 телефона зарядить от пауэрбанка. Но с другой стороны, здесь батарея на 20000 мАч, но мы учитываем, что телефоны работали, телефоны были в рабочем состоянии, они принимали 4G, они принимали звонки, в различной работе участвовали и так далее. Поэтому, ну, заряд батареи нельзя сказать, что он прям вот полностью заряжал просто выключенные телефоны. Если бы они были полностью выключены, то результат был бы совсем иным. Но мне кажется, результат отличный, друзья, и мне это понравилось. В общем, Powerbank выглядит таким образом. У него красивые, интересные грани по бокам. Да, друзья, так вот, насчет сюрприза. Как вы считаете, стоит ли разыграть этот Powerbank? Стоит ли сделать розыгрыш на этот Powerbank? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ставьте лайк этому видео, если вам нравится эта идея. Но и если мы наберем, ну, много лайков, я даже не знаю сколько, но, в принципе, мы разыграем этот Powerbank немножечко попозже в следующем видео. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Ставьте лайк этому видео. Всем хорошего позитива. Ну и желаю, чтобы ваш телефончик никогда не разряжался. С вами был я, Эдскрайбер. Всем пока-пока.